Витаю, Панова. Был приобретен мной на Алиэкспрессе вот такой вот аппарат за 300 с копейками долларов. Ссылку на ИТАМ я размещу под видео. Бонусом получил еще такую рулетку дальномер. То есть рулеточка такая достаточно надежная. Плюс лазерный дальномер, вот он, то есть достаточно четко показывает. Сейчас попробуем померить расстояние до стены, то есть вот, например, я так ближе к потолку. Первый раз нажали, выставили куда, указка вот показывает точечку. Если нажмем повторно, померяет расстояние 1 метр. То есть достаточно точно меряет. Сейчас я пройдусь по дому с вот этим приборчиком. И мы увидим с вами, как выглядят потери в доме. То есть интересно посмотреть в ракурсе теплопотерь на дом. Вот наружная стена, и вот мы можем видеть вот такую картинку с кирпичами. Сверху видна полоса, это под плитой находится усиление, то есть вы видите газосиликатные блоки, которые положены на раствор. Видите, собственно, сверху кирпичную, там три, по-моему, ряда кирпича. То есть это не так страшно. То есть выглядит страшно. Ну, а на самом деле не так смертельно, как может показаться. Вот так выглядит угол. Конечно, не столь же смертельно. То есть угол 16 градусов 15 копейками. Сейчас сделаю скрин. Это результат неутепленного фундамента. Как выглядят углы. Балконная дверь. Вот здесь самая большая дырка в теплопотерях. То есть, если мы посмотрим, как выглядит картинка, то мы можем увидеть, что у нас самая низкая температура около 11 градусов, сама дверь порядка 16 градусов. Как это, я даже забыл, что у меня там есть неутепленная точка. Сейчас я покажу, как она выглядит. То есть вот это дверь снаружи, и я вот сюда не запенил. То есть понятно, что по всему периметру двери сифонит, идет теплопотеря. Будем исправлять. Так что в целом я думаю, что тепловизор — это очень неплохая штучка.
Ну, она нужна, если вы не пользуетесь им каждый день. Например, для определения утечек в доме. Она нужна один раз. То есть, либо стоит рассмотреть, либо взять на прокат, либо вызвать человека с тепловизором, который пройдет по зданию и покажет вам, где точки потери энергии в доме. Так что хотя бы один раз сделать энергоаудит дома стоит. Вы сэкономите какие-то деньги на отопление. То есть вы таким образом сможете увидеть, где у вас сифонит, где находится самая большая теплопотеря, и, естественно, сможете ее устранить. Потому что, как у меня, вот как с балконной дверью, то есть это исправляется там, грубо говоря, в течение 5 минут, но я просто забыл об этом неутепленной части отверка. В общем, технологии рулят. Все, лайкаем, комментируем. Пока.